Невозможно не заметить, в Видном один за другим появляются новые торгово-остановочные комплексы. Помимо навеса от дождя для ожидающих свой транспорт пассажиров, они оснащены нестационарными торговыми объектами. Такая концепция остановочных павильонов была разработана еще в конце прошлого года и представлена Министерством потребительского рынка и услуг Московской области, где идею одобрили и высоко оценили. В настоящее время установлено 2 автобусных павильона. В ближайшее время будет произведена замена остальных уже действующих павильонов, совмещенных с автобусными остановками, на новые архитектурные решения. В ближайшее время будет принято постановление о том, чтобы данный архитектурный вид распространить на весь Ленинский район. Пока новые остановочные павильоны функционируют не в полном объеме, но в ближайшие 2 недели все недоделки будут завершены. Тогда же откроются торговые точки, в которых будут продавать исключительно необходимые товары. Новые остановки должны изменить внешний облик города в лучшую сторону и сделать жизнь видновчан еще более комфортной. Они очень удобные, потому что в случае плохой погоды там можно будет постоять. Новые остановочные павильоны отвечают всем требованиям безопасности. Они помогут укрыться от непогоды, а также оборудованы лавками для сидения и освещения.